могу сказать, все гидроиспытания провели, чаша абсолютно герметична. Ваше мнение по этому объекту, по бассейну в Ивангороде, вот ваше впечатление, как работы здесь ведутся, как провелись уже работы? Самое благожелательное отношение от законченного строительства долгожданного объекта. Ивангородцы давно ждали бассейн этот, закончен строительством, вот эксплуатацию уже. В ближайшее время мы порадуем ивангородцев хорошей водой, хорошим объектом, очень современный объект. Мы знаем все спортивные объекты на территории Ленинградской области. Очень здесь хорошие материалы, нужно отдать должное и главе сказать Александру Владимировичу слова признательности за общий ход контроля, за такое детальное погружение в стройку, в отделочные работы на этом объекте. Здесь очень самое современное оборудование закуплено для детей, для спортсменов, для лиц с ограниченными возможностями. Уверен, что ивангородцы будут испытывать и гордость от этого объекта, и радость. И, не разочаровал этот объект, да, строился так, немножко с нарушением сроков, он долгожданный. Но то, что есть, это праздник. Поэтому ивангородцев всех поздравляю с хорошим объектом, все называется. Хорошей воды, быстрого плавания и здоровья.